Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что киевские власти могут предпринять полномасштабную атаку на Донбасс, заявил он в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, Донбасс готов дать ответ, а шанс остановить военный конфликт крайне мал. Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим, заявил он. Также он добавил, что ДНР и ЛНР стремятся решить вопрос дипломатическим путем, в то время как Киев предпочитает военный способ разрешения конфликта. Напомним, что конфликт продолжается с 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в Минском и Нормандском форматах с участием Украины, России, Франции и Германии. Несмотря на принятие договора о прекращении огня, перестрелки между украинской стороной и Донбассом продолжаются.